Вот большая разница. Причем так, 53-й, 63-й, то есть вот 10 лет. У него недавно, совершенно 7 июля, я 7 июля пришел к нему на день рождения, да, 60 лет, сказал, что я не представляю, я не могу в голову себе взять, что тебе 60, а мне 50. Угу. И я всю жизнь мучился, как так родители смогли сделать 7 июля 53-го и 12-е 63-го. Да, это не родители, это звезды. Мама с папой, как бы там ни крутить. 10 лет достаточно большая разница. Вы, наверное, не были близки в детстве, да, потому что все-таки очень разные интересы. Это вот не целое там поколение в 20 лет, когда уже можно опекать малыша, и не 3-4 года, когда это очень близко. Или у вас складывалось все благополучно в этом смысле? В детстве очень благополучно. Потому что я пришел в школу, которую он закончил. Ага. Он уходил из 10-го, я пришел в 1-й класс. То есть он крышевал? Нет, уже все, был последний звонок, а мы, значит, вот только-только. Прекратилось общение такое плотное, когда он женился. Женился он достаточно рано, и, естественно, он ушел, вышел из семьи. Я остался в семье. А вот здесь наступили какие-то такие времена без времени, так сказать. А потом, когда уже я повзрослел, потом, когда родители ушли, мы стали достаточно очень близки. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».